Уборочная кампания в агрофирме «Чистопольская» в самом разгаре. Уже почти наполовину завершена уборка зерновых, на треть – технических культур. Несмотря на то, что аномальная жара существенно повлияла на урожай, показатели в агрофирме одни из самых лучших в районе. Ежедневно Ранис Габудинов, как руководитель хозяйства, объезжает поля и лично контролирует ход уборки. Еще в прошлом году здесь был обновлен транспортный парк. В этом также осваивается новая техника. В этом же году мы уже тоже докупились несколькими тракторами, сеялками, касаемо Чистопольского района именно, и 10 комбайнами. То есть у нас было своих 8-9 старых комбайнов, которые тоже в этом году сейчас все функционируют. И 10 комбайнов мы закупились уже с большей производительностью, с 12-метровыми жатками, которые там способны до 50 гектар за смену 8-10-часовой рабочий день убирать. Судя по выработке, они заменяют 2 комбайна. Вместе с Ранисом Габудиновым в хозяйстве трудятся его отец и брат. Это семейная династия. Никто из них не жалеет, что связал свою жизнь именно с сельским хозяйством. Ранис Рамильевич закончил энергетический университет, однако все равно все пути привели его в сельское хозяйство. Сейчас он планирует продолжить учебу в магистратуре аграрного вуза. Ну, это, наверное, просто судьба, потому что я с детства, с 4 годов, отец меня тоже работает сейчас здесь. Возил по полям, он был звеневым. Ну, оттуда все это пошло, зародилось, как бы я, ну, люблю, это мое. Я родился, там и пригодился. Как бы это все знакомо, близко, поэтому, тем более после армии только пришел. Тагиру Габудинову 22, но за спиной уже солидный опыт работы комбайнером. Он прикипел к ней тоже еще с детства. Всегда любил наблюдать, как ловко управляют уборочной техникой взрослые. И мечтал поскорее самому сесть за штурвал агрегата. Сейчас он управляет комбайном с новой 12-метровой жаткой. Ну, особенности есть, да, плюс большая жатка. Намного интереснее, больше азарта. Как бы все быстрее набирается, быстрее получается. За 9-10 часов мы молотили где-то 177 тонн. Это пока что рекорд. А обычно сколько было? Обычно 100 набиралось. Ну, где-то так. С опытными комбайнерами в поле работают и их помощники. Именно такой подход позволяет выдержать непрерывный цикл работы в течение дня. Задача перед ними поставлена четкая – собрать урожай без потерь. Мы еще только стремимся, мы еще только развиваемся. Как бы агрофирма «Чистопольская», она вообще входит в холдинговую компанию «Чистополье», в которую входит Новошминский район, в районе 25 тысяч гектаров, 15 тысяч гектаров в Аксубаевском районе. Ну, развиваемся.